Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну что же, вы думаете, будем созерцать облака? Нет, друзья мои. На фоне неба очень хорошо можно заметить наших старинных друзей, помощников и лекарей микровиты. Что такое микровиты? Ну, на камере это, друзья мои, вряд ли будет видно. Это некие такие светлые точки, которые, ну, достаточно быстро, хаотично перемещаются в пространстве. Это не стеклянные червячки в глазах, это вот именно такие яркие маленькие точки. Ну, что вы, кто-то из вас видит микровиты, кто-то, может быть, сомневается в их присутствии, но на самом деле они существуют. И это действительно целебная энергия, эти микровиты несут в себе силу. Это, ну, кто-то может называть ее, йоги называют ее праной, энергией жизни. Она присутствует здесь и сейчас, в любой момент. Но иногда ее можно увидеть, иногда нет. Часто ее легко увидеть, к примеру, на снежном поле, даже в пасмурный день. Ну, а уж в ясный тем более. Ну, или вот смотря в небо и расслабив глаза, расслабив свой разум, вы увидите их количество. Ну, если при этом у вас много черных мыслей, то микровиты будут держаться от вас подальше. Если вы будете настроены положительно и, ну, как бы притягивать их не словами, а как бы мысленно, вы приглашаете их, говорите «ты и я одной крови». И они приходят, и в какой-то момент вы можете даже поговорить с ними, попросить их. Если вы обессилены, если у вас много черноты, попросить их даже вот это свое хаотичное движение перенести, да, вот, к примеру, то, что у вас болит, там, к примеру, сердце, голова, ноги, руки, вы просите микровитов, чтобы они наполнили вас, прямо впускаете их в свое сознание, в свое тело, и эти маленькие чудесные целебные доктора наполняют и лечат, и боль очень быстро уходит. И можно излечить даже самые жесткие и серьезные заболевания, если вы дружите с микровитами и работаете с ним. Поэтому всего лишь, к примеру, вот сесть минут 15, посмотреть в небо, объединиться с микровитами, впустить их в свое тело, разрешить им исцелить, убрать черноту. Ну, может излечить вообще, по моему мнению, любое заболевание в этом пространстве, в этом мире. Но для этого нужно дружить, для этого нужно чувствовать их, не пугать, да, то есть быть менее важным, не пытаться вот эту важность, эту броню. Многие пытаются какие-то защиты на себе ставить, все говорят защиту, поставим стены, поставим зеркала, и, конечно, какие микровиты до вас доберутся? Вы как такой пугало огородное. Они будут смотреть на вас издали и будут бояться приближаться. А это очень контактная энергия, контактные существа. Поэтому вот сейчас они, ну, как бы далековато от меня, потому что я разговариваю. Они не любят вот эти вот технические предметы, не любят разговоры. Они с ними общаются не словами, а именно вниманием своим. Вы как бы приглашаете их наполнить, вылечить. Это должно быть произнесено не словами, а намерением. Вот сейчас они, видите, успокоились, начинают приближаться. Я не знаю, конечно, на камере телефона видно это или нет, или видны только облака, но вы можете чувствовать их. Научившись чувствовать микровиты, ну, даже в светлый день, вы можете почувствовать, ну, не то, что увидеть их, а почувствовать их в любом месте, даже в самых таких неблагоприятных местах. В чем-то даже призвать их к себе, находясь, я не знаю, там в тюрьме, в каком-то узилище, где много черноты, где много некровитов, то есть микровиты это, ну, как живая энергия в сказках, да, живая вода. Некровиты это мертвая энергия. Да, ну, сейчас мы не будем о них говорить, хотя это тоже важная часть. Вот, между прочим, если вы обращаете, переключаете внимание, вот те, кто видит, вот можно увидеть и некровиты вот здесь же, в этом пространстве. Когда вы выделяете их, они начинают больше проявляться, они более двигаются менее интенсивно, они чуть больше, более такие
ну, как бы, такие черные, черные точечки, как такой некий черный снег, я бы сказал. С ними тоже можно работать и тоже как бы со здоровьем. Но сейчас, сейчас, друзья мои, как раз мне необходимы микровиты, энергия жизни. И вот сейчас прямо я полностью наполнил свое тело ими. И знаете, это как, ну, такие светлячки, как рой пчел. Они немножко гудят, и знаете, вот, вот сейчас ноги, голова, живот, они наполнили прямо вот та усталость, та чернота, которая, ну, так сказать, навалилась на меня, потому что я, ну, работал сейчас с людьми несчастными, ну, которых, на которых было оказано и колдовство, и воздействие, и эту грязь я в большинстве своем принял на себя, и вот сейчас надо переработать. И эти мои друзья, микровиты, вот наполняют тело, и они как бы сжирают, убирают эту черноту колдовскую, перерабатывают ее. То есть вот это универсальный инструмент, друзья мои, как очистить свое тело, как переработать и чужой негатив. Мало еще своего, но видите, друзья, приходится помогать людям, поэтому перерабатываю с помощью этих маленьких прекрасных помощников негатив чужой. И это, между прочим, помогает тем людям, потому что если его просто скинуть, как бы с себя смыть, он может вернуться к тем людям, с которых, к примеру, я его взял или счистил. Но тут именно важен вопрос: из плохого сделать хорошего, из черноты сделать свет. Поэтому, друзья мои, микровиты – универсальный инструмент. И для этого всего лишь нужно научиться чувствовать, научиться, ну, может быть, хотя бы видеть, взять какую-то паузу, 5-10 минут в день, сесть вот и посмотреть в небо, почувствовать воздух, ветер, солнце, подружиться с этим. Это простая, но настолько эффективная древняя магия, которой владели и наши предки, да и во всех мирах. Да, но мы слишком важны, мы ценим мудрость только толстых фолиантов, ценим мудрость каких-то докторов в огромных очках, которые себя-то излечить не могут, а уж не говоря о других. Хорошо, друзья мои, вот так вот продолжим лечение, знания. Пока.